Привет! Сегодня полезная распаковка. Эта вещь незаменима, когда требуются ингаляции. Другие модели бывают громоздкими, привязывают тебя к розетке. Либо нужно постоянно менять батарейки, а многие еще и шумят. А этот малыш лишних звуков не издает. Управление очень простое. Одна кнопка и для включения, и для смены режимов, и для отключения. Регулируется и скорость распыления. Заряда аккумулятора хватает примерно на час. В комплекте есть док-станция, можно легко подзарядиться. А в поездках и вовсе достаточно самого прибора и провода. Для перевозки можно воспользоваться вот таким красивым чехлом. Еще в комплекте две маски, одна взрослая, другая детская. Запасной распылительный блок взамен вот этого и загубник мундштук. Ну что, посмотрим, как работает? Включаем. Увеличиваем скорость. А теперь попробую уменьшить. Разобраться с нюансами использования очень легко, потому что в комплекте есть вот такое подробнейшее руководство по эксплуатации на русском языке.